Ну, еще поэты Серебряного века, которые мне очень близки. Вот. Ну, Маяковского я вообще люблю с детства, ну, буквально с детства, потому что в школе его очень полюбила и читала там на конкурсах чтецов. Вот. И очень мне нравилось вот, о советском паспорте. Больше всего мне нравилось. Хотя вот ребенок, там, девчонка, да, там лет 12, и вот там вот, достаю из широких штанин. Вот, это, наверное, было для кого-то такое очень интересное зрелище и вообще такое вообще действо. Но я это очень любила. И у меня есть вот, немало так посвящений, а вот это такое, знаете, захотела своего год юбилейный, вот в этом году сколько получается, 125 лет, да? И захотелось такое вот экспериментальное такое, не просто вот на какую-то строчку, там, а вот какой-то вот по его, в его ритме, в его лесенке и по его произведениям что-то такое, может быть, небольшое такое. Но вы знаете, что где он родился, это Багдадия, что он в окнах роста работал, и какие у него произведения и «Нальты», «Хорошо», «Облако в штанах», ну и так далее. Вот. И такая вот ему краткая ода. И его, на его строчке «Я, может быть, просто в самом обыкновенном Евангелии, 13-й апостол Маяковскому, ода, кратко, да надо ли, а нате, как будто небо заплатка, облачко над Багдати, первое, что увидел, нет, после мамы второе, то грузинское небо было ему родное, может быть, позже снилось в стынь одинокой ночи, покой, это Божья милость, строчки, расстрел пророчеств, маузер или плаха, так хорошо на свете, желтая та рубаха, кофта, за все в ответе, яркое для мишени, чтоб не мешалось серости, стреляющий не изменит меру его безмерности. Облачко в окна роста, став облаком, не вмещалось 13-му апостолу милости не досталось. Эксперимент. А вот это, вот у меня из посвящения блоку, я вот прочитаю, тоже из детства, вот, вернее, это блок уже больше люблю с юности, вот когда я училась в ЛИТИ. И, ну, это просто я просто зачитывалась, по городу ходила и все вот. И повторяла строчки. Мне потом, когда уже начала писать стихи, вот на это, из первых стихов посвящения блоку, и на строчке «Вечный бой, покой нам только снится». Нас обступают обстоятельства, навязчивые, как конвой, долги, отказы и предательства нам предлагают. Вечный бой под наглым снайперским прицелом, обид, инфарктов, неудач, как будто бы над миром целым царит взорвавшийся палач, как будто зря, светло и мудро зовет приснившийся покой, как будто завтрашнее утро напрасно встанет над землей. А мы в бою, как новобранцы, без портупей, без орденов, и наши штопанные ранцы набиты только уймой слов, а наши души нараспашку, глаза в глаза. Мы победим, откроем на привале фляжку и даже пленных угостим. Ну, это вот такое прощание с городом. Меня видится вот как посещение блоку, потому что он связан с Санкт-Петербургом. Город, который, ну это из самых вот новых, по-моему, посвящений, по-моему, да, этого года.
Город, который запомнен, как фильм черно-белый. Что ж он прощался со мной как-то так неумело, будто вовсе тогда он со мной не прощался, просто тихо стоял над рекой, в воде отражался. И так странно сиял он вокруг, или над сквозь потемок, и чуть слышно он пел мне о встрече, и голос был тонок. Город, город, но разве бывает такое прощание? Так не вовремя грусть перебила сияние, вдруг из мрака лучи от домов полетели по прямой, достигая невидимой цели, а всего-то до сердца, туда и дорога. Разве вечность разлука? Наверное, немного для истории города, год или 20. Почему же ему тяжело расставаться? Город, город, прощание, зачем было пение? Разве звуков тишайшим задержишь мгновение? Разве тонким голосом, ноткой высокой отодвинешь разлуку? Назначены сроки где-то выше еще, и не здесь, и не нами, но летит тихий зов до сих пор над домами, но сияют дома, и лучи улетают, не на глади личной отражение мерцают. Город, который, как фильм черно-белый, запомнен, он из света и тьмы, он сиятельно светел и темен. Обнимал меня песней, притихой, принежной, тишайшей, будто город шептал, что случится все так же, как раньше, будто вовсе тогда он со мной не прощался, просто тихо стоял над него и в воде отражался. Спасибо. Сейчас вот переходим к... вот таким как вот по последним поэтам Серебряного века, которым мы решили, и вот относят Ахмадулину, это об этом многие говорят, и вот Евтушенко всегда говорил о ее преданности поэтам Серебряного века. А мы еще относим, собственно, и Акуджаву, потому что они очень связаны и дружбой, и темами, и вообще и жизнью, и мироощущением. Вот, Света Акуджава. Я спою песню на стихи Беллы Ахмадулиной и Булата Акуджавы. Как-то надо сказать, что при жизни как-то мне ничего не получалось написать на Беллу Ахмадулину. А как бы как-то вот ее уход настолько на меня подействовал, как-то, не знаю, все время вот эти потери. У меня вот, наверное, меня слишком надо сильно стукнуть, чтобы что-то получилось. Потому что вот так же с Анной Ильиничной и Шумской ничего не получилось. А потом как-то вот пересматриваешь, как-то все это переживаешь по-другому совершенно. Воспринимаешь даже те же, то же, что уже читал. Называется стихотворение «Нежность». Так ощутима эта нежность, вещественных полна примет. И нежность обретает внешность и превращается в предмет. Старинной вазою зеленой вдруг встанет на краю стола, и ты склонишься удивленный над чистым омутом стекла. Встревожится квартира ваша, и будут все удивлены, откуда появилась ваза, ты строго спросишь у жены. За то, что мне тебя не видно, а видно так на полчаса, я безобидно и невинно совершаю эти чудеса. То облаком тебя накроет, как в горних высях полилось. Ты закричишь мне: нет покоя, откуда облако взялось? Но
не бойся, чего не говори. До нежности моей кристаллы осели на плечи твои. Я так немудрено и нежно наколдовала в стране. И вот образовалось нечто, напоминая обо мне. Но по привычке добрых бестий, опять играя в эту власть, я сохраню тебя от бедствий и тем себя утешу в сласть. Прощай и занимайся делом, забудется игра моя, но сказки твои малым детям останутся после меня. Но сказки твои малым детям останутся после меня. Соперников нету ни на улице, и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Руки тонкие к небу возносит, жизни силы по капле губят. Догорает, прощение просит, это он не за вас, за себя. Догорает, прощение просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предел и душа отлетает во тьму, поле пройдено, дело на дело, вам решать для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его нынче ваше, все для вас посвящается вам. Все, что было его нынче ваше, все для вас посвящается вам. Вот еще у Вирочки есть песня, стихотворение «Посвящение Акуджаве, синий троллейбус». И вот у меня родилась песенка на эти стихи. Убежали голубые электрички, и зеленые помчались поезда. Заповедных дали перекличка, унеслась неведомо куда. И качая красными боками, разбрелись трамваи по дворам. И такси в погоне за деньгами урулили по чужим делам. А попуток нету и в помине, никому со мной не по пути. Только ночь на перекрестках стынет, ни одной через нее брести. Но когда сквозь улицы глухие я устану боль свою нести, возникнет на моем пути синий свиток чистого тумана, облако, сбежавшее с небес, просто так возьмет и чудом станет самым главным среди всех чудес. Тот троллейбус синий, он живучий, он всегда к спасению готов. Перелетный, уличный, плавучий, подрывник отчаяния снов. Простое постоянство, чудо горе, вот его беда. Между нами тянутся в пространстве то ли струны, то ли провода. Между нами тянутся в пространстве то ли струны, то ли провода.
вот еще песня на стихи Ахмадулина. Было Ахмадулина, оно никак не называется, а вот у меня как-то прижилось название «Жемчужина». И вот в новом диске как раз я наконец-то ее записала. Я думаю, об этом ушла, и давно она написана, но вот на самом деле в диск попала только сейчас. Ахмадулина, мне уже совсем немного оставалось до ее ухода, и я к ней подошла как-то, и я попросила ей там подписать книжку ее, ну, автограф оставить. У меня дома коллекция, так, книжный шкаф, где вот мне вот дарят разные поэты, там писатели, кто у меня бывает, ну, в общем, с автографами такая очень большая коллекция.
Она говорит: «Ирочка, я уже плохо вижу». Она действительно очень, ну, совсем плохо у нее было со зрением последние 2-3 года. И, ну, я, вот она плохо видит, да, а говорит, как будто она видит каким-то внутренним зрением. И она мне сказала: «Вы знаете, я напишу только вот вслепую там и от Беллы Ирине, вот так. А я вам хочу сказать, что я вам желаю, больше всего я вам желаю сил, чтобы у вас всегда были силы преодолевать печаль». Ну, я, знаете, просто как вот человек увидел, не видя. И вот это посвящение, вот, знаете, оно мне, вот это стихотворение, оно мне приснилось. Мне вообще бывает, что стихи снятся. И это было уже после ее ухода из жизни. Вот, это было уже после 9-го дня, вот, и я проснулась. И стала думать: «Боже, ведь ну какое хорошее стихотворение мне приснилось, я же должна его вспомнить, ну как же так, вот Ахмадулина, я же должна, ну я думаю, что я его вспомнила». «Океан печали». На ее эти слова. «Преодолеть печаль и вновь вступить на сушу, где лишь покой и радости цветы. Там волны горя не настигнут душу, не растворят старания и мечты. Там тихий берег заповедно нежен, трава забвения ластится к ногам. Но океан неистов и безбрежен, в затылок дышит, гонит по волнам, и ты опять летишь в его глубины, тонешь в его темных облаках, и ждут на дне отчаяния долины. Но держишь ты спасение в руках, свой стебелек доверчивого слова, живая ветка тянется к лучам, и ты полет свой продолжаешь снова. Добраться к свету, к берегу, к дождям, преодолеть печаль и жить, пренебрегая величием океанской глубины. Вот так и жить, стихом опровергая все силы безвозвратной тишины». Ирина стихотворение только в музыкальном обрамлении, с которого фактически она начинала. Вот. Написалась, но еще вот. Наизусть я не выучила, оно очень длинное, мы думаем, что, наверное, надо его сделать как в песне, немножечко покороче, да, Ира, мы с тобой решим, какие мы 4 стишья оставим. Миллион на линки протягивается.
солнце, как цветок клочков среди июньской земляники, отыскивает самый тихий слух. А Пастернак опять стоит у моря, и вместе мы глядим за горизонт. Нас отпускает из полона море и обнимает несказанный сон. И вместе мы пролистываем будни, летим, смеемся, плачем между строк. И что еще со мной на свете будет? Наверное, знает бледнолицый Блок. Под зазором от меня и дарит мне Ахматова повадки, холодного закрытого огня, и шепчет Гумилев, где красть дыхание, отчаяние, переплавляя в страсть одной строки небрежное касание. Вечер с нами. Ой, это счастье.